Привет, друзья! Привет! Что, идем мы сейчас на пляж, ну а на пляже там, как выход к пляжу, там ярмарка такая сегодня. Мы уже когда купались, утром видели. Там много продаются вещей интересных, и кенийцы продают, и англичане им помогают, типа как бизнес ведут, интересно. Да, наоборот. Англичане продают, правильно. Идем мы такой красивой дорогой с вами. Ого, сейчас просто увеличу. Все пропало. Ну, много, надеюсь, снимать разрешат, все будет классно. Кстати, из еще одного положительного в отеле, в кавычках, я постирала свой белый блайзер в Лос-Анджелесе розовым мылом. Мыло, по-моему, я показывала, может, когда вот было в этом, в обзорке отеля. И он стал, козырек стал розовым. Я стирала только козырек, да, козырек стал розовым. Вообще-то мы идем на воду посмотреть. Посмотреть на воду, но решили все-таки завернуть и зайти на ярмарку. Классно. Надеюсь, снимать можно будет, никто включать не будет. Вот это вот отель, кстати. Это рецепция, этот Ocean Sport. Мы тоже его смотрели, но что-то мы его не выбрали. Вот, так что Наталка идет, я иду. Кстати, лавандовая футболочка. Очень классная, кстати. Очень классная, которую я выбрала в Польше себе. Боже, ничего себе. Прям вау. Хай. Смотрите, шоколад крутой, натуральный. Продает кенийка, рекламирует англичанин. Смотрите, кстати. Ну, такая. Очень все, конечно, интересно. Ну, наверное, шоколад не совсем то, что нам нужно в такую жару. Вот еще варианты. Это как интересно, это у них такой подпольный бизнес. Разные варианты шоколада. Ну, там тоже что-то интересное есть. Боже, ничего себе, какая продажа прям. Ух ты, оливки. Ну, я так наелась после завтрака. Джамбо, джамбо. Вау. Сырок есть. Напоминает, честно, как мы во Львове были, в Кракове рынок. Вот попробовать. Ой, Натальеньку сюда надо. Потому что, честно, я уже объетая. Ну, Наташа заинтересовалась шоколадом. Сейчас мы ее загоним сюда попробовать сырки. Наташа, интересует что-то уже? 12 тысяч. Ой, 1200. Это 12 тысяч. Ага, 12 тысяч. Окей, thank you. Идем, оливки будешь пробовать. No, thank you. Наталенька, смотри, там нужно сырок попробовать, мне кажется. Сможешь? Нет? Тоже плохо после завтрака, да? Так, ну как? На Ирисусе. Боже, такие ароматы. Да, класс. Хорошо продают камамберчики, гарганзола. Блю гарганзола. И пири. Я даже не знаю такого вкуса. Народ, так напишите, кстати, вот вы что-то попробовали бы, женщина и так уже как бы... Молодец. Женщина просто стала много есть. Ну, все. Ну, я, если хочу, я пробую конкретно, но я не наедаюсь. А если вижу, что, честно, очень много людей уже там перелапало что-то, я боюсь. Ну, может, и ваше мнение написать, тоже будет интересно. Наташа, там бар дальше. Ты пробовать не будешь, да? Так, ну, пошли. Здесь, я так поняла, еда, потому что здесь кондиционеры, это правильно, еда в помещении. А уже сувениры идут дальше. Ну, прянички всякие, вот, 600 стоит. Это рождественские какие-то прянички, да? Ага. Такие игрушечки прикольные. О, люблю такие вязаные штучки, но у меня пока такой нет. С этими спицами связаны. Красиво. Угу. Здесь какой-то, как не знаю, как набросано все. Старье, да? Да, как мне тоже так показалось, что, слушайте. Это главное, что продают англичане, смотрите. Это не рынок местных, это прям рынок англичан. А что англичан что-то решил? Паспорт у них смотрел? Ну, англичан, америкосов, в смысле, может, итальянцев даже, кто здесь есть. Реально, посмотрите, вот так вот бизнес ведут. Приезжаешь себе в отель, тут еще и шмотки, Наташа, смотри, там Гуччи нету случайно, давай поронимся, лучше. Вот, кстати, шмотки тоже есть, вот так вот, не все так однозначно. А вот, смотрите, вообще, какой огромный здесь рынок. Это что, здесь все посмотрим? Хочешь себе? Блайзер? Ага. Так у меня уже есть розовый блайзер. Ну вот, пожалуйста, тебе розовый. Да, прикольно. Фенечки все. А что такое значит ТДС? Вот из 4 тысячи стоит блайзер. ТДС, наверное, какая-то фирма. Что такое 4 тысячи?
4 тысячи, сколько это? Это 10, ну, дофига, да? Да, кстати, и люди продают белые. Посмотрите, белые. $26. Люди продают белые. Мы когда шли, африканцы выкладывали, да, вот, африканцы выкладывали. А продают белые, стоят. О, а есть вон там эти? Сколько бокалы, а ну давайте. По-моему, мы с Наташей бокал взяли такой за 1200, ну. Ищи, у тебя вот такой вот был, вот такой у тебя примерно был. Вот такой, то, только ну, был давай, с, со слоником. How much? А? How much is? How much? 1200. Same. 1200. Same as in Nairobi. Ну да. А тут 1500 написано вообще-то. Это другой бокал. И тут 1500 написано. Good. Nice price. Ого. Елки, какой ветер дует. Идем на море посмотрим. Сейчас идем. Вода поднимается. Должно быть вот сейчас. Хорошо, 27. Посмотрим на море, потом вернемся. Ну смотрите, ну вода выше уже, чем мы ходили вчера и чем мы купались сегодня. Вода выше, вода ближе. Вон, видишь, там лагунка, где мальчик купается, ага. Там лагунка есть. И вот тут. Ну, сегодня мы так уже... в камешки встряли трошки. Да. Не дуже. Так, ну что, продолжим тогда? Да, я хочу корзинку, но не такую. Смотри, как я несу. О, Наташа мою сумочку несет, спасибо ей. Так что, такую? Не такую. Не такую, не такую. Так давай, мы здесь не досмотрели тогда. Давай просто, что есть. Вы знаете, как здесь торговаться. Но, может, с нашими бледнолицами-то, может, попроще. Потому что... Это не те, которые бегали, вот это от нас странные птицы. Наверное, побежали которые, да? На сафари, да, наверное. О, кольца нет? Даже хочет какое-то кольцо, да, на сумочку, как сумочка, вот у меня как сумочка. В общем, народ, показываем сувениры, но, скорее всего, спрашивать не будем, сколько, потому что... Ну, в принципе... Hello, Jumbo. Ну, торговаться. В принципе... Кстати, вот магниты интересные. Какие? Ну, просто вот тоже. А do you have ring from this? No ring. Many rings. No? Она не поймет, что ты хочешь, потому что, как бы, ну, это сложно описать. From this, from this. Ну, кстати, финики есть. Ну, тут все есть. А вот здесь. Что это? Бабую. Бабую? С баба. Бабую из бабы. Potato? Бабую from the baobab tree. А, from baobab tree. Окей, с дерева baobab. Baobab tree не имеет ничего. Это же развивка. Только маленький. Только маленький. И что ты хочешь? Большой кошель. Подожди, ну, вот же купили большой кошель. Ты что? Подожди, я хочу эти вот животные, меня заинтересовали, симпатичные, но какие-то они грустные, не знаю. Грустные? Да. Ну, вот слоник, у бегемотика. Они очень топорно сделаны. Да, они очень сделаны так вот. Мы бегемотика лучше купили, вам покажем в этом, на сафари. Ой, у него голова вращается, смотри, Наташа. Это как у нашей черепашки. Ой, не бей его. Ай, идем. Ух ты. Ну, идемте дальше. Ну, разнообразие, конечно. Ну, и тетрадки, посмотрите, какой классный цвет у тетрадок. Вот это таким... подожди, это же это. Хотела сказать, это что... ткань. Это же ткань. Как это ткань? Ткань? Точно, это ткань. Я трогаю эту ткань. Красота. Прямо... Made in Kenya. Это же не деньги. Вот, смотри, вот тебе кошель большой, пожалуйста. Наташа, вот большой кошель. Нет. Ты же хотела кошель. Если крутой. Рюкзачок только один, кстати, рюкзачок прикольный. Повыше. Повыше? Вот такой повыше. Вот такой повыше. А зачем тебе кошель еще один? Гаманит. Ну, жарко мне сейчас. Да? Угу. Очень ярко. А вот такие, наверное, ты хочешь, да? Чикай. Что такое? Косметичка. Косметичка шикарная. Ну, кстати, да, мне кажется, вот таких вот вещей, да, телефон клади, вот таких вещей не будет. Вот на рынке, где Анна была, где мы с местными гуляем, там, наверное, нет. Хотя, может, ассортимент изменился. О, рюкзачок, кстати, красненький есть. Тоже какую-то, знаешь, чистенькую. Знаете, все продают какую-то свою фирму. Так интересно, то блайзеры, то вот еще какие-то кенгурушки. Слушай, ну они уехали сюда, им же надо чем-то заниматься, пожалуйста. Слушайте, ну нифига себе, классная тема, кстати. Я бы тоже, наверное, куда-то уехала, что-то делала в себе. Не, ну если бы это кто-то покупал. Не портила нервы об детей. Об детей, это точно. Да. Мне вот это нравится, цвет такой, класс. Ну, не знаю, можно спросить, почем, конечно, но можно ли торговаться, я не знаю. 1500, $10. 10 баксов. Ну, еще по-божески. Вот я думаю, если мне... Давай сейчас
походим, мы там, такая мне нравится, с собой взяли 4-5 тысяч, посмотрим. Уже не у этого? Да. Не-не-не, просто что посмотрим, что действительно надо. А здесь? 2000, ну симпатичная, кстати, на руку нацепил, идешь себе гулять, тут телефончик висит, кстати, вот да, вот такая вот тоже фирмочка, да, да, это кожа, ну симпатичная, это вот тема, симпатично. Такая шляпа у девочки, вау, большая такая, вон еще больше, красота. Зеркала красивые. Вот этот вот. Угу. Прям все подбежали к зеркалам, класс. А, красота, так, да. Дядька, уйди. Хоть ты это продавец. Ну и что, продавец, дядька, уйди. Ой, а вот то коричневое, какое красивое. Какое? Вон, то вот коричневое, большое тоже. А то вон какое. Ну, красиво. Там много всего. Ну, сделать-то можно, но в Эмираты будет тяжело его довести. Правильное зеркало? Ну, не искажает. Хорошо отражается. Ловец снов. Кстати, желаю вам всем хороших снов. Слава богу, я начала высыпаться уже здесь уже. Сколько? 3000 и кожа. Сколько? 3000. Ну, можно его довести в этом, в ручной кладе. Потом его поставить. Ну, подумай. Да. Говорю, хорошая тема, народ. Просто. Походите, выберите, подумайте над ценой и потом просто ориентируйтесь уже. А то сейчас это все брать, хапать, потом, не дай бог, еще в багажник влезет. Вот так вот. Ой, класс. Вот жирафки классные. А львюша какой, посмотри. Боже, посмотри. А ну, Наташа. Что надо начать вязать. Боже, какой львюша, смотрите, с хвостиком. С хвостиком? Ой, посмотрите. Ой, это прелесть, жирафки, цены здесь нету. Так спросим. А кто продавец? Я с другой стороны, ну сколько мне уже лет? Ой, сколько здесь это слоник есть. О, а вот эти, вот смотрели, что это такое. Не-не-не, вот это что это? Это не такое, как у женщины было? Что это вот это разноцветное лежит? Сумочки. А, это рюкзачок маленький. Прикольно. А можно же сюда? Вот еще слоник. Красивый, слушай, какие красивые. А жирафа какая красивая. Жирафа мы же там посмотрели. Ну вот это вот такая, а это, наверное, reticulated giraffe. Да. Я reticulated giraffe. Я из Баффало, из Принца. А вот эти, вот это вот, что это такое? Это что-то... Это поставить можно кремы какие-то, да? Классно. Здесь маленькие, прикольные. О, прикольно. Как в Таиланде. Я такие из Таиланда привозила, помнишь? Ага. Сувенирчик. На, тримай, я не вмію. Все, вот я соромлюсь, Ставьте мне лайки и Наташе пишите комменты, чтобы не стеснялась ходить с камерой и снимать. Ну, остановит, значит, остановит, ничего страшного. Это же из этой, из соломы, да, или чего? Да, она очень твердая. Классно. А это фрукты класть или кремы? Ну, скорее всего, кремы, да? А чего? А мне розовый нравится цвет. Такая да, просто позитивчик. How much this? That one is $1.5. $10. $10. Ой, ну слушайте, яркий рынок в Кении. Знаете, что здесь приятно? Здесь так не пристают. Как помните, мы пошли познакомились с Анной, потом вернулись типа к ее мужу. Ты видишь, что не понимаешь? Вообще как бы, да. А how much giraffe? This size is 2000. 2000. And bigger one is 2.5. Ага, 2000, а побольше 2.5. Три. And yeah, baobab tree. Yes. Класс, денежное дерево. Боже, какое, как же его довести? How much? That one is 2000 and this is 1.5. Ага, $10. Ну как, короче, я все озвучила. Красивое. Большое 2, а маленькое 10. Ну, 2000, да? Да, 2000. Ну, классно, ничего не могу сказать. We will sing now, we will sing. Боже, какой слоник. Ну, класс, блин. Ring? Ring from this. No, I have some banana fiber. А, не-не-не-не, I want this. Из бананового дерева? Ага. Он... Yes, ceramic. Маленькие кошелечки вон лежат. Знаете, вот ты течешь сейчас, пот течет, а потом раз, ветер подул, тебе уже холодно.
Что такое? Кто это? Да чуть не свалилась вообще, все нормально. Нога соскользнула. Стояла нога, как раз соскользнет. Не видно, что в камеру смотрю. Ну, чего я тебе была, Сеньки? Так, идем дальше. Идем смотреть дальше. Не, я туда. Ну, просто я зараз винета. Да. Шейх. Продолжаем гулять. Да, мужчина такой в мусульманских одеждах прикольно приодет. Слушайте, здесь действительно полно людей. Это классная тема. Смотрю, что эти бледнолицые наши друзья все продают. А вот афроафриканцы им ассистируют, и классно. Много всего есть, все яркое, игрушечки яркие, все классно. Так, Наташа, по-моему, хотела серебро. А вон серебро, куда же ты отходишь? Сейчас, да? Слишком много ажиотажа. Надо сбавить ажиотаж. Давайте я вам быстро просто покажу, что еще есть. Яркие ткани, все магниты яркие, сувениры яркие, свечки и все чашки яркие. Ну, класс. Ну, смотри, у каждого... Хай, хай. У каждого своя фирма, что-то продают, смотри. Ух ты, и розовая соль, и какой-то чили пикл какой-то. Можно их пробовать даже. Но мы так объелись на завтраке, что уже не хочется. Всякие таблички прикольные. Ну что, рынок не прекращается. Вот серебряные, кстати, украшения прикольные. Смотрите, какой ананасик за 1200-500. Прикольное. Вот их инстаграм, тут прямо это. Да, вообще прям такой ажиотажик здесь. Ну, я не знаю, кому надо, тут прочекает. А камешки, кстати, вот этот вот, не похож ли на мой танзанитик? Ну, не знаю, может быть. Цепочки красивые. Ну, смотрите, сколько всего интересного. Черепашечки. Дай за 3500 черепашка маленькая. Вам хоть видно? Конек 3600 стоит. Что еще есть? Ну, в основном такое морская тема. Черепашки, морские коньки. Вот такая аж 7400 стоит черепашка. Сережечки есть, много украшений. Просто дофига. Хеды яркие, красота какая. Что за браслет? 34 тысячи. Браслетик прикольный, это серебро 34 тысячи, уже написали сколько это. Я думаю, что 20 баксов где-то. 34 тысячи, но это грамм 10, наверное, тут. Тяжелый? Ну, звездочки ну, вот, до 10 грамм. Сколько это долларов, ты думаешь? Не, подожди, 30... А, ну, это очень дорого. 34 тысячи. 34 тысячи. А, подожди, если ты думаешь, это, если это 20 долларов, то это значит 200 долларов. Все, ребята. Сколько? Ну, по-моему, так, 34 тысячи. Ты что? Наташечка немножко офигела. Да, это 219. 219 долларов за это такой серебряный них, браслет. Это у них что-то немножко... Так, я понимаю, что если кто-то и не купит этот браслет, то они будут месяц долго жить и счастливо кушать здесь. О, смотри, сколько колечек. Она колечко надо? Тоже симпатичное, не надо, но вот это вот стоит 6300. Взяла 6. А вот и за стол. Циркон. А? Фианит. Фианит? Да. А вот этот, который близко, вот это вот стоит 4500, который чуть-чуть вот это вот похож на мой целорит. Ой, мой целорит, мой танзанит. Короче, это... Шортс уже был. Это очень дорого. Купилась и сережки на день рождения вместе с Наташей. Так что, ну вот, смотрите, лайкайте. Вообще класс, смотрите, браслетики. Вон, кстати. Кольца нет? Мне кольца надо вроде нет. Из этого, из этого. Блин, ну это дорого реально, потому что они сейчас очень... поставили. Это потому что 27 тысяч, посмотри. 27 тысяч плавнички и, может, какие-то три жемчужинки. Но это что-то... Зато какая тусовка. No shoe, no shirt, no problem. Нет обуви, нет футболки, не проблема. На это прикольно. Прикольная кружечка. Мне вот это понравилось. Это я давно ее заметила. Ну, это кружка именно как алюминиевая. Кружка, да, алюминиевая. И таким вообще-то бисером. Класс. Цена непонятна, но не знаю даже, сколько она может стоить. Наташа кошелочку ищет. А ну сколько такая? 2500. Ну еще нормально, а то после серебра я уж думаю, что какие-то цены повалят. Джамбо! Джамбо! Ну? А я вот не поменьше душу. Ну, да что ты! Наташа постоянно головой во что-то. Куда ты будешь ходить? Я для ниток хочу. 1500. А, нитки положить. Да, Наташа же вяжет классно. 1500. Я думала в Эмиратах за хлебушком выходить.
А что, не пустыню? А что, уже это? Прикалываться до конца? Надо подумать. Что мне бьет по голове? Вот эта штучка, это вот эта вот, вот эта вот штучка тебе бьет по голове, говорит, Наташ, возьми меня, смотри, какая симпатичная за 2500. Но она большая. Большая. А вот та вот, а это вот средняя за 2500, смотри, но кстати, она узкая. Нет, она узкая. А это узкая. Мне это нравится, кстати, такая. Угу. Красиво, конечно. А вот широкая за 2500, ну такая же, как висит, по-моему, оно. Смотри. Ну нет, она большая. Нет? Большая. Вот это вот мне нравится, но мне не нравится, как стоит. Стоит, будет плохо стоять, да, будет. А do you have another color this size? Sorry? This size, another color. No, only one. This? No. Окей, хорошо, подождем. А вот принесли другую. О, леопардовая прям какая-то. Я смотри, хочу такую, кольца. Яркая. Да, прям. А ну да, я ее поменяю. Не, ну та не, больше 2500. А? О, за 1500, кстати. Слушай, она стоит хорошо, она большая. Но она 1500, потому что она не закрывается, видимо. Ну о, да, мне не надо. Хорошая, такое. Слушай. А ну, посмотри, там еще у нее, может, что-то есть у этой женщины. А, нет, наверное, все, финиш. Слушай, хорошая. Молодец, женщина, пошла, предложила. Вот это продавец. Вот это, слушай, неплохая. А как мы ее довезем? Не знаю. Так и повезем. В ручной кладе, да. Не, серьезно, как мы довезем? Угу. Народ, пишите ваши предложения, как можно завести. Думаю, в ручной кладе аккуратненько. Ну и в Эмираты плюс, наверное, она будет на ручках у нас стоять. Ну, можно, в принципе, туда положить еду, которую мы в бананку кладем. Ну что, под ноги? Я не знаю. А ее нельзя сложить, да, никак? Как это сложить? Put it inside bag to keep it in airport in suitcase. How to transfer it to home? Yeah, it's possible? It's possible? Ой, я боюсь, что она сейчас сложит ее и ей трындец. Ага, спокойненько. Ага. Все нормально сложится, потом разложится. Красота, вот это мне нравится. Надо Наташе это брать. Это мне понравилось, вообще кайф. Яркая-яркая Кения, класс. Так, ну что, сейчас думаю, Таша заговорится. Таша говорит, класс, говорит, что Биркин делает, ну реально. Не, Биркин стоки, это вот такие типа эти, как они. Ну красота. Мы какой-то шортик выкладывали уже про обувь, тоже была в Карифоре, была кожаная, и цены были вообще, ну, доступные. Ну, Таша, ну покажи, что ты купила-то. 1500, красота. Наташа посмотрела видео, шортик мы сделали, ей очень идет. А ну подожди, она это. О, даже на этом. Кстати, хозяйка нам сказала, если что, просто напихайте туда всего и положите в себе там полотенце, одежду и спокойно в чемодане довезете. Хотя я думаю, мы и так довезем. О, эти краски не заканчиваются. Ну, это вот даже люди делают и репелленты, и мыло, и шампуни, и ну всякое разное. Ну вообще, ну молодцы, конечно, молодцы. То есть люди делают свой бизнес здесь. Это последнее еще, что Наташа хочет продвинуться к этому красавцу-мусульманину и посмотреть серебро. Очень много одежды, хорошей хлопковой. Но мы в хлопке тут так потеем, что как бы, ну, нет смысла покупать. Классная, я не знаю, как передает цвет рубашки розовые, и очень классная такая, даже не знаю. Какая-то зеленая, желтая, ну класс. И бирюзовая, кстати, классная, два варианта. Тут, конечно, вещи интересные. Как-то вот сделанные со вкусом и качественно. Ну, молодцы, это в принципе, я здесь. Это. Молодцы. Что ты нюхаешь? А это... It's for skin, yes? А, для кожи это? Это а что? Грасс? Лемонграсс. Лаванда. Лаванда, Наташ, хочешь попробовать? Это просто для кожи, что это? Да. Втереть, что? Нет, не хочу лаванду. Уже не хочет лаванду. Супер. Вот, допустим, такой наборчик из всего-всего. Вот, кстати, вот Body and Face Butter. Мыло для тела и для лица. Вот такой наборчик 2500. Что написано он? Ну, может быть, может, может. Это ты что взяла? Это я грейпфрутик. Грейпфрутик. And how much this? 1500. Нет. А, 1500. А, я думала 15 тысяч. Такая, надо походить по 10 долларов. Я такая, думаю, боже мой, 100 долларов, что ли? Плохо еще в ценах ориентируемся. Вот мы этого красавчика. Так, что мы у нас тут? Бонжур. Ух ты, какой меч красивый. Но его провести не дадут все равно.
браслетики. Ну, тут такие тоже вещи аутентичные. Ну, давай, я интересно, что пошло по цене. И Африка, и браслеты, и камешки. Он же мне сказал, что это чистое серебро. А, да, это мы уже с ним виделись утром, когда купались. Чистое серебро. Ну, не знаю, сколько такое серебро может стоить. Сейчас спросим. Я уже тогда от этих вот... Ну, легкое вообще. Легкое, да? А то тяжелое, которое мы смотрели, ну, да? Ну, да, тяжелого. Ну, там до 219 до 10 долларов. Граммов. Знаете, сколько стоит грамм серебра уже? Грамм серебра Кении? Стоит... Неважно, где кенийские шиллинги, 120 за кенийских шиллингов за 1 грамм. Меньше доллара, кажется. Да, они хотят, да. Да. Смотрите, что здесь есть. Красота такая. А ну да, еще. А how much this? 10 тысяч. Это pure. Просто очень благородное серебро. 10 тысяч стоит. Так что Джо сказал pure, я перевожу. 10 тысяч это сколько? Я не знаю, Наташа. Но это прилично, 10 тысяч. Но это нормально так, по-моему. Это мы вчера, за вчера наели на 5 тысяч, да. А это 10. Где-то $40, что ли. Короче, народ, смотрите в комментах, мы все еще не очень ориентируемся. Ну, вот. Много всего есть. Наташа позвала, говорит, хочу померить. Хочу что-нибудь померить. Вот такое, например. Давай, возьму корзиночку такую. Ну, меряй. Сейчас посмотрим. Угу. У тебя много таких серебряных браслетиков, да? Из Сингапура, есть из Грузии. Из Гонконга. Из Гонконга. Из Гонконга. Вот там как раз чистое вот серебро. Там красивый, там 999. Да, там такой. Ну, это, наверное, надо будет, ну, как бы это можно. Надо оно мне или не надо? Не а ну дай, подойди. Ну, если надо, надо торговаться. Покажу вам все еще здесь варианты, если вообще видно. А сколько торговаться? Не знаю. А бы было? Надо подумать. Да, надо подумать. Так вообще, что вот это красивое, вот это, ну, опять же. Це бы было, если честно, мне так кажется. Давай еще что-нибудь. А ну вот это. Странно, то тоньше, это толще. Они все по 10 тысяч или нет? Ну, типа да. А ну, покажи сравнение браслетов. А ну еще покрути вниз руку, опусти чуть-чуть вниз. А. Нет, вниз, нет, переверни, узором, еще до узора, как боку посмотрела. Угу, не знаю, друзья, пишите комменты, чтобы вы взяли или не брали бы вообще. Я не знаю, конечно, мне кажется, здесь аутентичные вещи, потому что, ну, сделаны так, что, наверное, вы не найдете их. Он типа на французском говорит, Кении. Типа из Марокко? Ну, на самом деле, конечно, наверное, цены здесь завышены. Может, завышены. А, типа такого, да, но тут, видишь, ага. Вот тут вот похоже, а тут вот ну, и без вот этих вот штучек. Вот эти интересные штучки. Да, согласна. Не, ну когда они все вместе? Ну, все вместе вообще красота. Богатая Зиночка. Все вместе за 10, да? Ну что, друзья, вот обошли с вами весь рынок. Наташа купила себе прикольный такой сумочку-кошель, я ее так буду называть. Кошель, красота, мы все мокрые. Наташа говорит, так, не переживай. У всех жопы мокрые. Да, у всех жопы это, мокрые, это все нормально. Не оскорбление, это правда. Собачки жарко здесь. А вода уходит, ты говоришь, да? Да, посмотри. Ох, красота. Вот тут вот океанчик. С нами океанчик. Идем, красота. Спасибо. Да, сейчас пойдем гулять. А вам мы желаем приятного дня. Спасибо, что были с нами на шопинге. Ставьте лайки, пишите комменты. Мы это любим. Все, всем добра.